Я вам сейчас расскажу два необычных способа, которые могут помочь похудеть. Это неоднозначные способы, но для многих они действительно могут принести пользу. Во-первых, когда вы едите, ешьте не рабочей рукой. Ну, то есть, правша ест левой рукой, левша ест правой рукой. В этой ситуации вам не очень удобно будет есть, и вы съедите гораздо меньше, чем запланировано. И это проверено, я на себе попробовал. Потому что есть левой рукой, ну, прям неудобно. Поэтому я проверил, прежде чем я вам рассказываю, я проверил. И второй вариант, это попробуйте есть перед зеркалом. Вот поставьте перед собой зеркало и ешьте, глядя на свое отражение. Это тоже поможет похудеть. Проверьте, это работает. Ну, а я завтракаю, у меня, как обычно, авокадо. Авокадо, яйца, красная рыбка, которую мы с вами солили. Замечательная, вкусная. И вот такой вот простой, но очень хороший завтрак. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. И пользуйтесь моим лайфхаками. Они работают.